Я люблю АЭФ. С днем рождения, АЭФ. Я люблю АЭФ. Энергетики, я люблю вас. От души с юбилеем. Агроэнергетический факультет. Я поздравляю вас с юбилеем. С юбилеем, любимый факультет. АЭФ с юбилеем поздравляем всех. Девушки, здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, какой на этой неделе отмечает праздник наш университет? Нет, не знаем. Так, ну подождите, давайте. Сейчас, слушайте, ну, на этой неделе агроэнергетическому факультету исполняется 60 лет. Ну, будет немножко некрасиво, что вы не знаете. Давайте сейчас переснимем. Я подойду, и вы скажете: конечно, знаем. У энергетического факультета юбилей. 60 лет. И там поздравляем, хорошо? Ну, будет некрасиво просто, да? Да? Давайте заново тогда. Готовы? Девушки, здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, какой праздник на этой неделе отмечает университет? Конечно, знаем. У энергетического факультета юбилей. 60 лет. Отмечаем. Вот, замечательно. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. А можете помочь нам снять небольшой ролик? Ну да, могу. Вот, держите вот молоток, возьмите вот так, да, и повторяйте за мной. Это я вчера убил человека в лесопарковой зоне. Нет, я не буду, спасибо. Здравствуйте. Расскажите какой-нибудь смешной случай, который у вас связан с агроэнергетическим факультетом. А, с АЭФ, что ли? А можно тот, который, ну, давно-давно был, года 3 назад? Да, можно. А, вы знаете, вот когда-то я, помню, я была молодкой. Не вешать нос, гардемарины, и все вы, пацаны, хороши. Какой-то. Ладно, ладно, хорошо, все, спасибо, спасибо, до свидания. АЭФ, с юбилеем! Я очень благодарен вам за вашу прекрасную профессию, что вы так можете к людям подходить и определять, с кем можно побеседовать.